Активисты волонтерского центра «Единая Россия» Одинцовского городского округа продолжают следить за соблюдением масочного режима в населенных пунктах муниципалитета. В поселке Заречье волонтеры провели рейд в местном продуктовом магазине, а в деревне Матвейково – в садовом центре. В первую очередь уделяли внимание тому, как персонал соблюдает требования санитарной безопасности, пообщались с посетителями, еще раз напомнили им, как важно сейчас носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также волонтеры ежедневно дежурят на крупных транспортных объектах округа.